Всем привет, с вами Майкл Найт. Сегодня мы продолжаем играть в игру OMSI 2. И сегодня у нас на обзоре автобус ЛЯ-677 и немного новостей. В группе ВКонтакте объявлено голосование. Там, какую игру будем снимать после OMSI 2. И выбор встал между GTA Криминальная Россия и Train Simulator. Пока что побеждает Train Simulator. Так что, если хотите проголосовать, вступайте в группу ВК. Ссылка будет в описании. И голосуйте. Вот. И, пожалуй, приступим к запуску. Сначала посмотрим автобус. Ну, автобус выполнен неплохо. Вот. Практически без косяков. Автобус московский, вот, кстати, вот. Вон табличка. Правила пользования трамваями, троллейбусами, автобусами в городе Москве. Потом. Сейчас поглядим еще. Это у нас вот тоже вот площадка. Это вот у нас перед водителем. Ну, вот это мы уже тут были. Также вот. Как его там, снаружи выглядит тоже неплохо. Тут у нас можно открыть дверцу. Тут у нас можно открыть лючок от двигателя. Тут у нас тоже открывается. Вот, переходим к запуску. Для начала включим питание, нажмем на Е. Так, питание включили. Заводим. Реалистично вот тут. Хотя там все равно что-то видно тут, но... Потом все когда приедут. Хорошо. Итак, пускай ученик. Нажимаем первую передачу, можем ехать. Едем по линии 76-го маршрута Картенхаус. Это нас вновь открывается. Тест-драйв, я его уже много тест-драйвил только. Все. Вот. Это я сделал для того, дело тоже. Немножечко потом откланяюсь. От OMSI 2. Вот. Я его снимаю постоянно. Голосование длится до... До четверга или до пятницы. Наверное, до четверга, потому что уже там где-то там 60 уже трейлер симулятор. Пока что я видео пока снимать не буду, извиняюсь, если что. Вот. Но это пока что еще даст время другим видео, которые вышли на этой неделе. Набрать популярность, лайки. На самом деле, то сейчас нынешний ЛиАЗ 677, вот, которые в всяких маленьких городках, в деревнях, они довольно-таки колхожены, все грязные и так далее. Вот, там все пыль где-то, ржавчина. Вот, стоит их совсем мало, больше всего у них в городе Арзамас, дальше не будет. Thank you.
линия. Вот. Шум давайте постоянно лагает. Вот, тем более версия Николайча. Как по Николайча там вообще. Не знаю. Лагов. Клюков. Вылетов, выпух еще хочу. То, чтобы. Тем более надо ждать. Все, вот. Вот, короче, сейчас. Без баллон с газом. У нас больше ничего тут у нас. У нас дверь открывается. Сейчас покажу, что у нас в салоне. Это у нас включает освещение салона, вот этих приборов и фар. Вот, кстати. Освещение, но я ничего включать не буду. И с вами был Майкл Мэн. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите новых видео. Всем спасибо, всем пока.